Всем привет! С вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор на электрический чайник Тефаль. Здесь у нас 1,5 литра. Вот такой вот у него коробочка так вот выглядит. Давайте же его откроем и посмотрим. Стоил он... Откроем, посмотрим. Так, инструкция. Чайник и сама штучка. Здесь она, кстати, намотана вон по окружности. Наверное, ее можно размотать и сделать подлиннее, кстати, наверное. Потому что сама по себе она вот прям такая коротенькая. Чему, кстати, я удивилась в магазине. Ну ладно. Посмотрим потом. Такая она желтенького цвета. Так, сам электрический чайник. Кстати, продается он с 2013 года в сетевинке. То есть довольно-довольно давно. Очень будем надеяться, что он нам прослужит очень долго. Здесь тут и с этой стороны есть окошечко, и с этой стороны. Тефаль. Так, купили мы его за 2800, но это с хорошей такой скидкой. Вот, воды нету, она не нажимается. Открывается кнопочкой. И внутри прям очень-очень-очень красиво. Вот, хороший носик. Есть у него тут вот фильтр съемный, который снимается. Вот, и давайте попробуем его прокипятим. Кстати, посмотрите, как у него хорошо открывается крышечка. Прям вот ровно. То есть не вот там как-то вот чуть-чуть, а вот прям ровненькая. И закрывается. Так, налила я почти ровно 1,5 литра. Даже чуть-чуть побольше. И включаем. Загорелась красненьким. И сейчас мы с вами засекем, за сколько же минут или секунд он нагреет водичку. Ну вот, наш чайничек с вами и закипел. Кстати, вот тут хорошее панорамное окошечко. Здесь видно, как он кипит. И, кстати, написано на коробочке, что еще он добавок и двигается. Вот туда, сюда. Ну, не знаю, мне кажется, что они все так двигаются, чайники. Так, также вот у нас была здесь инструкция. В инструкции нашла еще вот два листочка тут. Что-то вот о чайнике написано. Половина на английском, половина. И еще такая вот бумажечка. Тут, наверное, тоже что-то написано. Так, давайте посмотрим, проливает он или нет. Потому что предыдущий чайник у нас был. Вот такой вот у нас. Вот такой у нас предыдущий чайник. Здесь вроде носик вот поуже, но он постоянно проливал. Постоянно была куча воды. И вот здесь вот у него вот... На такой вот ножке постоянно у нас было мокро. И особенно, когда вот открываешь крышку, вот здесь вот скапливалась вода, и через нее вот так вот все текло, и, может быть, поэтому были лужи. То есть, блин, это было ужасно. Нет, он не проливает. Слава богу. Вода горячая, вы видите. Если у вас какие-то остались вопросы, пишите мне в комментариях, я на них отвечу. Либо засниму еще какой-нибудь обзор на этот чайник, если есть еще какие-то у вас там вопросы. И на сегодня у нас все. Также смотрите другие обзоры на посудомоечную машинку маленькую мини Midea, на видеокамеру, которую я, кстати, снимаю. На много-много всего интересного. Также есть влоги. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчик вверх. Пишите комментарии. И всем пока-пока. С вами был канал Art Money.